мероприятиям по работе. Так бывает, когда люди увлечены работой. То есть это работа, это не хобби. И хобби, и работа. Это редкий случай. Я много где работал, но сочетать хобби и работу – это очень большое в жизни везение. Как правило, на работу мы ходим зарабатывать деньги, а не удовольствие получать. Именно поэтому у нас кругом лозунги «скорей бы пятница», как уже все достало, и, боже мой, опять понедельник. То есть для большинства граждан это суровая, тяжелая обязанность – ходить на работу. Это, наверное, только проститутка ходит на работу, зарабатывать деньги и получать удовольствие. Да. При этом очень любит рассказывать, что жизнь довела. А на самом деле что, накормили, напоили, совершили половой акт, получила удовольствие со всех сторон, еще и бабла дали. Вот это да. Вот это работа.